«Однажды в Америке» в исполнении нашей очаровательной гости Кати Цээлени. И мы продолжаем. Снова возвращаемся к нашему разговору. Мы сегодня говорим о музыке. Честно признаюсь, это одна из моих любимых тем, потому что музыку я лично считаю одной из самых важных частей нашей жизни, элементов нашей жизни. И от разговора о музыке Терменвокса я хочу перейти к разговору и о классических инструментах, в частности, о скрипичной музыке, которую исполняют наши гости. Расскажите, пожалуйста, насколько часто вам доводится играть эту музыку и как ее воспринимают разные аудитории? Ugye tudunk orosz nagy hangszer énekesekről, meg kompozitokról. Mit tetszik tudni róluk, és hogy játszott-e már őket? A főiskolás koromban zeneakadémiára jártam, a Franz Liszt Akadémia. És 16 éves koromban játszottam a Csajkoszki hegedű versenyt. A 16 лет я играла на скрипке в соревновании в Чайковском. Здесь, в Венгрии? Persze, ezt szerintem minden klasszikus hegedű művész megtanulja és tudja. Ну, эту песню, мне кажется, все, кто тут проходит академию, все тут ее учат. Бельярцетунг, Хачатурян, Хагиду Вершент. Хачатурян. Хачатурян. Арам Хачатурян. Арам Хачатурян. Minden концерten játszom Римский-Корсаков Домбот. Játszom Хачатурянок a Шапрестанс. Танец саблями. И сейчас он и Чайковский тоже. Шок дарок, но не шок Чайковский, шок отлит хегедюре. Он очень, Чайковский очень много писал именно для скрипки. Поэтому я все это учила. Az orosz zeneszerzők ket azt tudnám mondani, hogy, hogy olyan hihetetlen érzelem gazdag zenét írtak, hogy nem, tehát ilyen túlfűtött, tudod mi ez a túlfűtött érzelemmel jókat lehet vibrálni, nagyon jól esik játszani. Именно от русских композиторов можно научиться вот этой вот чувствительности. Меня всегда распирает это чувство, когда я играю что-то, там все очень структурировано. Каждый, где стресс, где нужно это все выделить, на каждом я могу сделать акцент. Általában az orosz zeneszerzők nagyon érzelemgazdagok, ezért szeretik őket a világon. Почему любят именно русских композиторов? Из-за того, что они полны чувств. Гастрольный график, где вот в ближайшее время мы сможем услышать вас? Hol hallhatjuk önt legközelebb? Lesz nyáron a Vajdahunyadvárban. Будет летом в Вайдахунедваре. Szabadtéri koncert. Будет свободная площадка, где можно меня послушать. Lesz július 5-én. 5 июля. És szeptember 4-én a Zsidó Fesztiválon, a Dohány utcáján van a fantasztikus nagy zsinagógában. Mikor szeptember? Szeptember 4. A 4. szentébre я буду выступать возле зсинагоги. Zsidó Fesztivál. Еврейский фестиваль. Mind a két helyen fog játszani veremben. На всех двух концертах я использую этот инструмент. Egyébként a világ akárhova utazom. К слову, где бы я ни выступала, я всегда везу с собой термин. В моем концерте этот инструмент как изюминка. Никто не знает, что это такое, очень мало кто использует его во всем мире, поэтому мне всегда спрашивают, что это. You just imitate. Nem akarták elhinni, hogy ez igaz. És ezért azóta minden koncerten, majdnem minden koncerten valakit fölhívok a színpadra, hogy próbálja ki. Первый раз, когда я это продемонстрировала на публику, никто не поверил, что это я играю. Поэтому теперь, изучив этот урок, она на каждом концерте выбирает рандомного человека, чтобы он вышел на сцену и попробовал этот инструмент сам. Кстати, вот тут вопрос об учениках. Ну,
любой исполнитель, любой музыкант, ну, не любой, нет, я неправильно спрашиваю, в принципе, есть музыканты, которые стремятся передать свои знания, передать свои умения, и понимая вот уникальность этого инструмента, понимая уникальность вообще этой музыкальной культуры, которую рождает инструмент, будут ли классы, может быть, они уже есть, может быть, кто-то из наших слушателей заинтересуется, то есть каким образом наладить коммуникацию для потенциальных музыкальных студентов. Nagyon sokan átadják ezt a tapasztalat, a készséget valakinek másnak. Van-e valamilyen óra, vagy külön óra, vagy valaki, aki ezt... Igen, akinek ezt átetszik adni, mármint, hogy magánórákat tart valakinek, vagy... Még mondok valamit ezelőtt, ami fontos, hogy itt Magyarországon senki nem játszik teremben, és nekem sem volt tanárom, ezért külföldre kellett kimennem. Так как в Венгрии никто не играл на тремине, мне пришлось самой заниматься, и для этого мне нужно было переезжать за границу. Я была, брала уроки, четырежды была в Германии и Франции. Rajtam múlik, hogy én mennyit gyakorlok. Most már nem járok kurzusra. После того, как я набрала наилучший опыт там, я поняла, что теперь все зависит от меня, и поэтому я вернулась. De volt egy nagyon aranyos történet, most mindjárt elmesélem. И сейчас я вам расскажу очень милую историю. Újévi koncerten játszottam Magyarországon egy kisvárosban. És, я играла на одном концерте, который случился в Новый год в одном маленьком городе в Венгрии. И концерт előtt egy fiatal zongora tanárnő két tünem autógramot. И одна учительница по пианино подошла ко мне и попросила автограф. És én azt hittem, hogy most alá kell írnom egy papírt. Я думала, что ей нужно что-то подписать. De ő így az ölében szorongatott egy teremint, és kérte, hogy azt írjam alá. Но вместо бумаги я получила ее инструмент, теремин, на который она бы хотела, чтобы я расписалась. Kapta a karácsonyra a családjától. Она это получила в подарок на Рождество. És ő engem tavaly látott koncerten tereminezni, és annyira beleszeretett a hangszerbe, hogy egy évig csak erről álmodozott, és így kapta a meglepetésként a hangszert, és ezt akartam most velem dedikáltatni. Она случайно получила этот инструмент в подарок, и меня увидела как раз в прошлом году, как я играла на сцене. И это ее очень вдохновило, я на целый год думала об этом, как же начать играть красиво. És amikor színpadon játszottam, akkor ő a színpadon oldalt, a függönyön kívül oldalt így ült így a földön, és figyelte a kezemet, hogy mit csinálok, és így próbálta utánozni az én mozdulataimat. Так как она тоже самоучка, на каждом концерте она сидела сзади штор, сзади кулис и смотрела на корточках, видела мои руки, как они прибирали, и она также имитировала их. Я это не видела, но кто-то лефотозал синтон мюгет и показал мне это кейпе. Я это сама лично не видела, но кто-то мне сфотографировал и позже показал. И этого зонгоротанарнэнэк латтам азто аз. Őrült lelkesedést a szemében, amit én is éreztem 4 évvel ezelőtt. Я увидела в ее глазах эту страсть, которой я также с ней также столкнулась 4 года назад. És mondtam neki, hogy én megtanítalak téged teleményezni, megadtam a telefonszámmat, és Skype-on fölvettük a kapcsolatot egymással, és így szoktam neki órát adni. Я ей сказала, я тебя научу, мы обменялись телефонами, и по скайпу я даю ей уроки. Én meg akarom őt tanítani, meg okos, intelligens, zongoraművész, és tudom, hogy ő meg fog tudni tanulni. Я выбрала именно ее, потому что я увидела эту страсть. Во-первых, она очень умная, имеет хорошие данные. А на родину инструментов в Россию доводилось приезжать с выступлениями? И вообще, как воспринимать? Ну, то есть, есть ли какая-то связь с Россией, как-то, может быть, есть люди, которые отмечают вот столетие инструмента, нет, надо по-другому спросить. Ну, доводилось ли приезжать с выступлениями в Россию, и как это
Как публика воспринимает, если да, то как публика воспринимает на родине этого инструмента? És hogyha igen, akkor milyen volt a közönség szemében ezt látni? Nagyon érdekes, hogy rengeteget utaztam a világban, tényleg Ázsiától, Amerikán keresztül mindenhol, és oroszokon sose voltam. Это очень интересный факт, что я путешествовала очень много через Америку, через Азию, но в России я не была. Открытые горизонты? Hát új. Igen. Открытый горизонт. Nagyon érdekelne, és különösen a balti államokban nagyon szeret, és Kazasztán is nagyon speciális. Fogalmam sincs, hogy ilyen, tehát nagyon kíváncsi. Я бы с удовольствием один раз приехала, да даже не один раз, а много раз. Все бы путешествовала. Меня очень интересуют Балканский остров и балканские страны, которые там находятся. Также меня интересует Казахстан. Я бы с удовольствием посмотрела, какой он. Я могу не переставая называть людей, которые в Европе имеют большую заслугу. Это все наши кумиры. Почти многие из них, кстати, русские. Nekem egy misszióm, tehát egy célom az, hogy ezt az Oroszországból származó hangszert megismertessem. 4 évvel ezelőtt senki nem tudta itthon Magyarországon, hogy mi ez a hangszer. Most már úgy kapok felkéréseket, hogy koncert meghívásokat, hogy de hozza azt az érdekes hangszert. Most már mindenki tud róla. 4 года назад никто об этом инструменте не знал, и мне все говорят сейчас, это сенсация, на каждый концерт приносите именно этот инструмент. Egyébként nagyon kevés teremtőművész van a világon, de akik vannak, azok mind szeretnének új teremtő darabokat iratni zeneszerzőkkel. Из-за того, что очень мало кто занимается на этом инструменте, сейчас эти музыканты, они стараются написать новые песни с этим инструментом, именно с новыми композиторами, чтобы воплотить это. Я тоже написала одну песню. Отрежу, композитор. Кто это написал? Ezt is bemutatásra fog kerülni. Я надеюсь, что скоро я выпущу ее. Большое спасибо за то, что вы нашли время, пришли к нам. Köszönjük szépen, hogy ott időt. Мы будем с нетерпением ждать и новых концертов, и новых записанных произведений, и будем надеяться на то, что и наша скромная программа тоже даст дополнительный толчок и привлечет внимание и к этой музыке, и к вашему исполнению, и к популяризации терменвокса как музыкального инструмента. Nagyon sok szeretettel várjuk az új dalokat, és reméljük, hogy a közönség, ahogy ezt meghallja az interjút, sok érdeklődést tanúsít ebbe. Amit még szeretnék valamit elmondani. Я бы хотела еще кое-что добавить. Hogy a teremin az egyetlen olyan hangszer a világon, amit úgy szólaltatunk meg, hogy sehol nem érünk hozzá. Это такой инструмент, я бы хотела добавить, что мы как бы к нему не прикасаемся, но при этом он делает идеальные звуки. Ezért kell rettenetes nagy türelem és kitartás ahhoz, hogy megtanulja az ember. Ezért van nagyon kevés tereminista a világon. Почему, собственно говоря, очень мало тех, кто занимается этим, потому что к этому нужно большое терпение. Mert nem láthatóak a hangok. Потому что они невидимые звуки. Úgy, ahogy a zongorán van billentyű. Примерок, как на пианино. A két antenna között, van két antenna között egy elektromágneses mező. Ну, между двух антенн проходит электромагнитное поле. Ahogy a kezemet beteszem a mezőbe és mozgatom, úgy tudom megváltoztatni a hangerőt és a hangmagasságot. И то, как я двигаю руками, так и меняется звук.
Tehát a láthatatlan hangokat egy láthatatlan mezőben kell megtalálni. Получается, самые невидимые звуки получаются в самом невидимом окружении. Надо отдать должное изобретателю этого инструмента, человеку, который придумал это, потому что, ну, тогда, да, было такое время, когда наука резко двинулась вперед, но скорее такой инструмент мог бы появиться в конце 20 века, в начале 21-го, когда, я не знаю, квантовая физика, теория пространства времени, космические путешествия, ну, то есть наука стала частью интертеймента, развлечения. Книги по физике становятся бестселлерами для там, широкой аудитории. И вот, но на самом деле такой инструмент, который вот близок по сути нашему нынешнему современному поколению, которое вот живет по законам Эйнштейна на самом деле, он появился вот тогда, в то время, когда электричество, электромагнитные поля еще толком были не изучены. И нужно отдать должное гению изобретателя. Azért nagy hálát kell adni a felfedezőnek, aki ezt hangszert felfedezte. Mi úgy gondoltuk, hogy mivel most van az információ korszak, és azért gondoltuk, hogy ezt a hangszer azt később fogják felfedezni, de úgy volt, hogy a 20. században fedezték fel, és az nagyon nagy szenzáció volt. Leon Theremin egy egészen különleges zseni volt. Igen. Leon Theremin был гением. Fel se tudjuk fogni, hogy minket talált fel. Én olvastam könyvet az életéről. Мы даже не знаем, как он все это выдумал. Я читала о нем книги. Amit ő csinált és amit élt, az egy hollywoodi nagyfilm témája lehetne. То, что как он жил, как он все это писал, это могло бы стать голливудским фильмом. Леон Теремин сложил науку вместе с музыкой и перемешал. Так, аннира előrébb volt tudományban, mint az egész korszak, hogy... Он был на несколько ступенек намного ближе, чем остальные именно к науке. Леон Теремин életéről az egy másik hosszú műsor lehetne. Если будем говорить о его жизни, то это будет совсем другая уже программа. És most lesz 2020-ban 100 éves a Теремин. Ему исполнится 100 лет. В 2020 году. Мне кажется, это будет большой праздник в честь него во всей Европе. Дай Бог, чтобы так и было. Да, спасибо вам большое. Большое спасибо еще раз за ваше творчество, за популяризацию прекрасного инструмента и сохранение наследия Льва Теремина. Следите за афишами и не пропустите концертов Эллини. Подарите себе минуты космической гармонии. Ну а мне остается только поблагодарить Адину Джакишеву, студентку факультета медиа и коммуникации университета Корвинуса, за помощь в создании программы. И на этом все на сегодня. Напомню наши координаты. Имейл программы «Голос Будапешта» латиницей в одно слово @gmail.com. Пишите, оставляйте комментарии на Facebook-странице. И до встречи на следующей неделе. С уважением, Наталья Лещенко.